В Воронеже давно рассматривают идею сделать проспект Революции пешеходным в выходные дни на летнее время. Но в своем последнем заявлении мэр Вадим Кстенин заявил, что для города это пока невозможно, ведь это все-таки жилой район. Сегодня мы спросим у воронежцев, как они относятся к тому, чтобы сделать проспект Революции пешеходным. Как вы относитесь к тому, чтобы сделать проспект Революции пешеходным? Вообще пешеходным? Ну, на выходные дни в летнее время. Ну, в принципе, за. Вообще ходить полезно, поэтому пускай народ ходит, конечно. А то все двигаются, двигаются, все уже молодые, все уже горбатые, все уже сутулые и так далее. Я сам себе пешком хожу, поэтому пускай ходит пешком, будет здоровее. Я отношусь к этому скорее негативно, чем позитивно, потому что я сам езжу на машине и довольно часто здесь в выходные проезжаю, поэтому мне было бы комфортнее все-таки на машине приезжать здесь. Прекрасно. Хорошо отношусь. Почему? Извините, но я спешу. Просто. Отрицательно. Почему? Отрицательно, потому что это будет одни проблемы. Он сейчас один спотыкач. Плохо. Да. Что тут проходить? Где тут ходить-то? Вы видите тут красивые места, где можно погулять. Это стал не проспект, а помойка. Вот, вот такое наше мнение. Вот раньше мы знали проспект, где можно было погулять. А теперь, вот как вы погуляете, когда вот сейчас будет пустыня Сахара. Ни деревца, ничего нету. Клен какие-то подсадили импортные, кому они нужны? Вот так, девушка. И кому нужна такая прогулка? Да никто тут не хочет гулять. Все уезжают, уходят. Вообще отличное, думаю, предложение. Еще побольше для туристов, развлечений и для обычных воронежцев, чтобы подросткам можно было где уютно летом провести время. Положительно на это реагирую. Ну, потому что центр города, красивые места, красивые пейзажи здесь. Старая часть города, архитектура здесь красивая. Туристам приятно здесь находиться. Тогда будет неудобно тем, кто ездит на машине и живет тут. Ну, на летний период в основном все уезжают в отпуска, на дачи, и трафик не такой большой будет. Вот, поэтому, я думаю, улицы не сильно будут загружены в летний период времени. Деточка, да, конечно, положительная. Я прожила и выросла на проспекте Революции. Когда была молодая, как вы, тоже ходили, гуляли, встречались здесь, и было все прекрасно. Но сейчас вот портит все вот эти велосипеды, или как они называются, на которые сбивают нас, старых людей. Мнения горожан разделились. Большинство людей, те, кто ходят пешком, поддерживают данную инициативу. А те, кто передвигаются на автомобилях, конечно же, против, так как это вызывает определенные неудобства.